занимаюсь фитнесом дома. Камера вообще это очень хорошо. Контролируешь свои действия, просматриваешь, видишь, что, не, что как не так ты делаешь. Вот в зеркало не зафиксируешь, если смотришь, а в камеру всегда зафиксируешь. И вот я хочу показать, с кем я занимаюсь сейчас. Такое у меня видео. И я занимаюсь. Наверное, все его знают. Даже называть не надо. Всем бодрого утра. Сейчас посмотрела программу «Модный приговор». Когда он только начинался, что-то они меня так раздражали. Поначалу там был... Нет, уже после Зайцева был Васильев. Был и сначала, когда Зайцева, мне очень нравилось, Зайцев когда вел. Когда пришел Васильев, и начинал только Эвелина была, и третий, кто же был третий-то? У них, ой, забыла уже Бабкину, помню последнюю. Они там меняются все время. Забыла, кто же был там защитником. Неважно. И мне еще раздражало в них то, что если спросят какую-нибудь там подругу мнение о, о нарядах тех, что дали стилисты, а сначала они как-то вот не очень женщин одевали, вот не все удачные были образы у них, преображения. Вот. И если подруга какая-нибудь свое мнение высказывала, они прямо забивали ее. Ой, вы завидуете, вы вот ей завидуете. Мне это ужасно раздражало, я какое-то время не смотрела. А сегодня посмотрела, и, в общем-то, работа стилистов сильно улучшилась. Сильно. Любую женщину так преображает прям загляденье. Здорово так делают, вообще классно. Мне сейчас это нравится. А в Англии есть передача 10 years young, на 10 лет моложе. Тоже очень интересная программа. Они выходят на улицу и выводят, ну, находят женщину, причем женщину находят такую, что вот без слез не взглянешь. Одна передача мне сильно запомнилась. В общем, женщина из какой-то деревни, очень такая мужеподобная, такая с таким серым лицом, неухоженная совершенно, волосы такие кудельки висят, лет 50 там ей или там под 50, ну, в общем, одета никак, ну, в общем, сильная такая вот, примитивная у нее, примитивная внешность была, и вот они ее выводят на улицу и прохожих останавливают и спрашивают, сколько вы ей дадите лет. Ну и там, кто сколько, в общем, давали ей много. И потом они начинают, значит, с ней работать. Сначала ей делают, в общем, даже минимальные какие-то косметические операции они там делают. Одевают, волосы приводят в порядок, прическа, окраска волос. Потом, значит, одежда. Подбирают одежду, ну, в общем, все это. И разные специалисты, вот они ее не в зале сидят, а водят по разным специалистам. А зубы делают, в общем, если нужно. И причем она себя, по-моему, не видит. Да, в зеркале она себя, по-моему, не видит. Да, не видит. И вот, ну, так преображает, в общем, тоже сильно все меняется, все. И потом они опять ее приводят на улицу и спрашивают, насколько она выглядит. Ну и, конечно, там сильная разница. И вот эту женщину, значит, она мне сильно запомнилась. Ее, в общем, ну, одели, все там по-модному, ей все подходило, все. Делали косметическую операцию, в общем, сделали операцию. Раньше здесь показывали, ну, может, и сейчас показывают, я не вижу. А раньше можно было увидеть косметические операции, когда их делают и снимают. И я закрывала глаза, я не могу вообще такие вещи смотреть. Я не могу смотреть. И после таких
как раз программ вообще охота отбивает что-либо себе там оперировать в косметическом смысле, над собой издеваться. Что есть, то есть. Вот, от возраста никуда никто не денется, хоть ты заоперируйся там. Ну, хорошо, там актриса, у них работа такая, ну ладно. А вот, и эту женщину, значит, ее сделали косметическую операцию, что-то там подтянули, что-то это. И вот она, сначала рисует карандашом, чего там где делать, потом, значит, ей делают операцию. И вот она, все лицо забинтовано вот так вот бинтами. Это напоминает, как вот фильмы показывают войну. Люди в госпиталях там при плохих условиях вот в таких бинтах сидели, жуткие там одни глаза. И вот она такая сидела на кровати, показали ее, потом ее сразу отправляют домой, здесь не держат долго. И вот она дома там, в этих бинтах, значит, синяки там такие, потом ее постепенно показывают, что с ней с лицом. Там такие синяки ужасные, в общем, все, ну, все прошло. В общем, сделали эту операцию. И вот в конце, в самом, ей делают прическу, стрижку, окраску волос и макияж, да. Но вот именно стрижка и волосы, и прическа меняют абсолютно все. Никакие косметические операции не изменили ее так, как вот меняет прическа. Очень такой вот резкий такой этот, ну, контраст. И, то есть все делают, а потом вот прическу. Ну, здорово. Меняет абсолютно все. Никакая ни одежда, ни операции, ничего. Вот. Ну, очень тоже интересная программа. Ten Years Younger. Не знаю, идет она сейчас или нет. Тут давненько я не видела. Может быть, она здесь снимают циклами, показывают, потом опять время проходит, опять снимают и опять показывают. Ну, что-то, может, я мало телевизор сейчас смотрю. Ну, вот такие передачи я смотрю иногда.